Женщина имеет право на капризы, мужчина нет. Мужчина не имеет права говорить. Мужчина всегда должен действовать. А мне вот интересно, неужели она своим сыновьям скажет потом то же самое? А что ты ноешь? Твоя женщина, она достойна капризов, она имеет на это право, а ты должен заткнуться и действовать. Ты же мужчина. Лично я против. Лично я считаю, что каждый из нас имеет право на какие-то чувства. И вообще на проявление этих чувств это нормально, это естественно. И не надо говорить, что кто-то должен, а кто-то не должен. Все мы люди.